Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить Rise of the Tomb Raider. Так, дорогие друзья, отправляемся дальше. Впереди нас ждет очень много интересного. Какая красота. Во, зашибись. О, нет. О-о. Погодите-ка. Они выламывают ее. Ага, ни хрена себе. А почему тогда у меня задание выбить дверь? Похоже, Анна была права насчет затерянного города. Источник должен быть где-то здесь. Похоже, эту стену возводили в торопях. Через щели тянет воздух. Я попробую ее пробить. Может, так выберемся? Держи. Мы уже пробовали недавно. Чего держи? Убили его. Держи, блин. Сейчас он тебя поддержит. Так. Тихо. Да. Вот так. Угу. Текс. Что, надо их всех перебить, блин. Нельзя же их тут оставлять, правда? Потому что если я сейчас начну что-то делать, то они, конечно, сбегутся. Хотя, чем скорее отсюда беремся, тем лучше. Так. Так. Туда я... О, господи! Что происходит? Какого хрена? Почему это случилось? Твою мать! Почему это вообще произошло? Господи Иисусе! Что за взрыв? Что за хрень вообще? Я ничего не понял. Я вообще ничего не понял. Что произошло? Как? Почему? Не дай ей головы поднять! Я прикрою! Так. Падла. Дай ей прикурить. На тебе, прикури. Фух. Почему-то взорвалась канистра, рядом с которой я находился. Я вообще ни хрена не понял. Может быть... Слушайте, может быть здесь так все и работает? То есть я взял, зажег коктейль Молотова. Рядом находилась канистра. Может быть, пламя от коктейля Молотова, когда он находился рядом, повлияло и взорвало канистру? Это же полный бред! Так в играх не должно быть! Какой-то гребаный просто цирк! То я валю, блин, целый отряд спецназа. И вообще... О, боже мой. Да ладно, ремесленный, бесплатно. Ребята, офигеть. Инструменты для улучшения. При помощи инструментов можно разблокировать новые улучшения для оружия. Охренеть. А я думал, копить надо. Так за так дали. Блин, ну круто, что сказать. Так. Патроны максимум. О, документ. Мы доставили в главную пещеру тяжелую технику и попробуем пробиться в храм. Даже если для этого придется сломать его древние врата. Мы уже добыли и зарегистрировали сотни реликвий, но потеряли в шахтах двух охранников. Я лично допросил пленников из местных, они уверяют, что понятия не имеют, куда пропали бойцы. И хотя мы жестоко их наказали, боюсь, они на грани мятежа. Ну еще бы. Так, ну эта хрена тень сломалась. Полезли. Пипец, конечно, да. Если это действительно было так, это прям чересчур они сделали такую механику. Хотя, в принципе-то почему нет? Кто-то уже пробовал выйти через эту дверь. Кто? Какой-нибудь гигант?
хочешь делать-то? Туда спуститься предлагаешь? Ну, вообще, наверное, да, наверное, надо. Как бы грузовик-то не упал. И вообще, почему он еще держится? О, боже мой! Давай, 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 давай. Ох ты ж, мать его. Наверх, наверх, наверх. Фух. Ёлки-палки. Качается. Офигеть. Дела. А, не, не то, не то. Так. Может, мне его вытащить надо? Он не вытаскивается. Погодите. Что же? Может, мне как-то запрыгнуть на него? Нет. Нет. Ха. Может, эту телегу убрать? А, точно. А-а-а. Грузовик надо скинуть. Он упадет и, пожалуйста, дернет, очень сильно дернет. Выломает одну из этих. Потом надо будет с другой как-то разобраться. Тик. Да. Как я и говорил. Ох, нифига! Только вот на это она не рассчитывала, да, дорогуша? Совсем не рассчитывала. Ой, ё-моё, еще один свалился. Как вы сюда грузовики вообще затащили? Объясните мне. На вертолете, что ли, спустили? Охренеть. Такс. Хм. Ничего. Странно. Классно, что она сама свет включает. Прям очень удобно, конечно. Там, возле фреса. Огонь! Ты вашу мать! Ни хрена себе! Выхожу, прикрой! Огонь на подавление! Так. Мочи! Прикрой меня! Огонь на подавление! Ух. Мощно. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Не давай ей головы поднять. Стрелять по той цели. Фух, ё-моё. Пошли. Падла, 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 добивай его. Блин, ой-ой-ой-ой-ой. Чёрт возьми. Твою мать. Есть. Неплохо. Жирковато вышло. Так. Перезарядимся. И соберем ништячки. И что ты сделаешь? Канистру возьмешь, класс. Брось. Теперь облутай его. Нормально. Две монетки. Ну чё ж так мало-то, а? Ну, конечно, хорошо мочит. Особенно двоих вот разом, когда это вообще супер. И урон у него повышенный. Это круто.
Как было сказано в сериале «Фарго», из ружья ты каждый дурак палить умеет, а вот стрелять из лука — это искусство. Отличный сериал, кстати, советую. Только он не детский, совсем не детский. Так что 18+, ребятки. Ага. Окей, сейчас почитаем. Теперь все понятно. Если воспользоваться указаниями... Тайники с монетами. Угу. Так. Что, если ремесленный... Ой-ой-ой-ой-ой! Охренеть! Ох, это было жестоко. Ох, пипец, это было жестоко. Да. На шипы, блин. Смерти тут, конечно, у Ларочки жесточайшие. Малейшая ошибка и все. Убил кучу военных, сдох на шипах. Норм. Рукоять меча из золота, украшенная камнями. Он принадлежал знатному византийцу. Так. А лезвие сломано у самой рукояти. Наверное, во время битвы? Без понятия. Скоро уж греческий 5-й уровень будет. Капец. На всякий случай на скоряк по-быстрому пропрыгал, мало ли что. 7 монет. О, черт, ловушка. Да, все-таки то, что мне показываются ловушки, это круто. Стоп, стрелы? Да. Пригодятся. На халяву-то все пригодится. А, отлично. А тут чего? О, немного ништяков. Товарищи, я убедительно прошу вас ознакомиться с моими донесениями. У нас критическая нехватка персонала и провианта. Заключенные подняли самое настоящее восстание. Захватили раскоп и прилегающие комплексы. В качестве ответной меры я приказал расстреливать пленников из числа местных жителей. Если нам повезет, повстанцы сложат оружие и сдадутся ради спасения соплеменников. Кровавая гобня. Ой, блин. Так, ну что я могу сказать? Цепляться тут надо. Цепляться. А, опять движуха. Занимаю позицию. Да ладно. Не давай ей головы поднять. Черт! Возьми. Я в укрытии. Где этот ублюдок? Давай, 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 давай! Убил. Черт возьми! Так. Фух. Один остался, да? Ладно. Да на тебе, падла. Опс! Извини. Фу. Хотел лук перезарядить. Погодите, там тайник, что? Да, там тайник. Так. 7 монет. Супер. Доступны предметы в хижине с припасами. Угу. Что-то новое открылось. Нифига тут такое большое пространство. Всего трое было. Теперь я отчетливо понимаю, что нашу систему связи вывели из строя. Подозреваю, что вы уже довольно давно не получаете моих телеграмм.
но я продолжу отправлять их, как велит мне долг. Вскоре после показательных расстрелов пленников местные атаковали нас с нескольких направлений. И их здесь куда больше, чем мы предполагали. Стало ясно, что они приходят с другой стороны горы, и мятеж готовился несколько лет. У нас не осталось энергии и воды, а зима уже близко. Те, кто еще остался, скоро уйдут. У нас остался один транспортный поезд, и мы попытаемся увезти столько реликвий и записей, сколько сможем. Правильно, зима близко. Даже кровавая гыбня боится страшной суровой русской зимы. Я не могу. Всерьез даже это не обсудишь. Так. А, так стоп, это ж... Я ж здесь был. Ну-ка глянем, что наверху. О! А может мне туда и надо? Скорее всего. Деталь пистолета-пулемета! А, ну да, мне сюда и надо. Так. Ну что, вперед? Ух ты! Воу! Почти. Почти. Ну, да, я думал, сейчас покачусь. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты что творишь? Я думал, ты зацепишься. А мне сюда, господи. Так. Что-то тут не то. Надо привязать ее сначала. К ведру, что ли, к этому? А, надо сначала подвинуть, ведро не видно. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так. Ну вот, теперь можно сталкивать. А, стоп, там же упоры. Хм. Я все равно попробую. Да нет, тут упоры. Хм. Что же мне придумать? Так. Может быть, как-то... А, воду налить! Так у меня не хватит сил. Воду надо налить туда. Тогда, наверное, нужно вытянуть ее обратно, раз в таком положении она бесполезна. Так. Нет. Веревка обрывалась. Да твою-то мать, ее крутить можно, оказывается. О, боже мой. Я прям чувствовал, что что-то упускаю. Ну вот, все было на поверхности. Так, должно получиться. Да. Оказывается, просто тупо лебедка. Поехали. Вот так. Да, что, она дырявая? Получилось. Но все равно этого хватит. Вау.
Да. Ну, конечно. Все рушится к чертовой матери. Давай. Давай. Давай, Лариска. Вау. Ох ты ж, ё-моё. Нормально, побежали. Я ни хрена не вижу. О, боже. Внутрь. Есть. Это было красиво. И долго. Ну все? Теперь-то за мной же никто гнаться не будет. Это должно быть бессмертный пророк. А это изображение исхода его народа из сирийской пустыни. Они поселились в тайной долине и построили великий город. Китиш. Для защиты города и его жителей пророк создал армию воинов. Что тут изображено? В руках явно не святой источник, что-то еще, что-то другое. Ну что? И его воины создали для него атлас, чтобы пророк всегда знал свой город с его тайнами. Карта города. Она укажет путь к святому источнику. Да ладно. Чё, прям как в предыдущих сериях? В смысле, свет должен пройти через эту штуку и указать, где находится? Ну ладно. Так. Да, две монетки, конечно. Стандартные, блин, две монетки. Жлобьё. Так. Окей. Опа. Не заглянешь, не найдешь, как говорится. Странно, как тут еще все не рухнуло. Опа. Круто. Даже повреждения не могут скрыть мастерство. Так, ловушка. Все равно нам слоумо включается. Так что чё? Поплыли. Так. Давай, 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 давай. Отлично. О, геотермальная долина. Шикарно. Ну, здесь-то этих уродов не будет. Я спокойно похожу и все поосматриваю. Ух ты ж, круто. Зашибись. Такой вот рай в центре холодной Сибири. О, стрелы. Чудесно, 8 штучек. Значит, сейчас нужны будут стрелы. Мм.
Ну, прям вообще супер. Офигеть. Зеленые леса. Это ж какая огромная геотермальная долина. Березы. Супер вообще. Очень красиво. И, кстати, неплохо придумано. Деревня, что ли, какая-то? Она, наверное, обитаема. Офигенное место для жизни. Ну да. А ну стоять! Софочка! Спокойно. Спокойно. Ты же знаешь, я не строицей. С чего нам тебе верить? Я бежала с одним из ваших. Его зовут Яков. И где он теперь? Мы шли вместе, но в шахтах разошлись. Она убила его! Нет! Нет! Яков никогда не доверял чужеземцам. Прошу, слушай, я вам не враг. Я говорила, тебе следовало уйти. Софья! Довольно. Отец! Я уж думала, ты погиб. Я рад, что тебе удалось выбраться. А Софью прости, она осторожная. На ее месте я поступила бы так же. Что тебе удалось выяснить? Сюда идет вся армия Троицы. Надо готовиться. А она? Она мой друг. И находится под моей защитой. Развалины. Затерянный город Пророка должен быть рядом. Пойдем. У нас мало времени. Запаситесь оружием и займите укрепление. Ступайте, давайте! Они скоро придут. Но у нас мало людей. Дети и старики особо уязвимы. Иди. Отведи их в катакомбы. Зажигайте костры, предупредите жителей долины. Невероятно. Собери бойцов и приходи ко мне в верхнюю деревню. Сигнальный костер. Только не исчезай снова, отец. Дело не в проворот. Будь у нас время... Потом. Я помогу, чем смогу. Такс. Исследуйте долину. Ну что ж, давайте исследуем долину. Я, как всегда, немножко отойду назад, потому что здесь может что-то быть. Здесь ничего нет, кроме самовара, конечно. Это непременный атрибут России. У нас же в каждом, блин, доме самовар стоит. Ну ладно, это типа старые поселения. Деталь винтовки со скользящим затвором. О, нифига. А это уронистая сволочь будет со скользящим затвором. Ты, иди к старой рации, запусти генератор. Надо передать последнее сообщение, оповестить другие поселения о происходящем. Сделаю, что смогу. Вы двое, мне нужны наблюдатели за долиной. Идите к утесам, следите оттуда. Как только увидите вертолеты, сразу сообщите. Да, конечно. Если что-нибудь увидим, дадим сигнал. Ступайте с Богом. Да, пройтись по карте это святое. Давайте и я тоже. Их ни в коем случае нельзя пускать к башне Акрополя. Я не могу? Семьи мы отошлем в катакомбы, но врага надо будет удерживать здесь, на этой стороне долины. Вот отстой. По карте уже не походить. Когда-то эта ваза была красивой. Но кто-то проделал в ней дыры и наполнил землей. Похоже, ее использовали для выращивания рассады. Гениально. А где дыры? А, вот это... Зачем? Почему не в днище? Сражались с захватчиками. Она говорит, что снаряжение у них хорошее. Да, но мы знаем долину. Разваленные леса дадут нам преимущество. Ох, дай-то бог. Типичный план. У них есть вертолеты.
Они непременно атакуют с воздуха. Аватар какой-то, блин. Не находите, нет, по сюжету? А чё Ларка молчит-то? Надо бы сказать что-нибудь. Яков жив. Надо признать, он очень выносливый. Троица нагоняет. Людям Якова пригодится моя помощь. А этот атлас с фрески пока не буду никому рассказывать. Если это действительно карта развалин, надо найти ее раньше Анны. Иначе получится, что все эти люди умерли зря. А у меня и без того на совести хватает груза. Сразу после перебинтовки ран во время боя у вас ненадолго возрастает защита. Ну, прикольно. А это что? Шумно убивайте врагов, не привлекая к себе внимания. А я типа как? Привлекаю внимание? А это что, бесшумное приземление? А, всегда приземляется бесшумно после прыжков и падений. Ясно. Ну что здесь брать-то? Неотразимый удар сбоку, хорошая вещь. Да? А, каменное сердце, офигенная вещь. Так, тройной выстрел, улучшает двойной выстрел. Три цели. Это что? Верное попадание. Стрелы, выпущенные тройным выстрелом, автоматически нацеливаются в голову. Какая штука. Добивая противника из лука в ближнем бою, вы увеличиваете шансы найти на его теле особые стрелы. Знаток пистолетов. Добивайте врагов выстрелом из пистолета в упор и с большой вероятностью находите... Нет, с большей, скорее всего. Находите на телах убитых врагов экспансивные пули. Знаток винтовок. Добивайте врагов выстрелом из винтовки в упор и с большей находите на телах убитых врагов гранаты. Знаток дробовиков. Зажигательные боеприпасы. Ну чё, тройной, конечно, классная штука. Здесь что? Интуиция. Инстинкт выживания обнаруживает находящихся поблизости реликвии. Документы, монолиты, сундуки. Даже через стены. Входы в гробницы отображаются на карте. Какая штука. Стрелы с ядовитым газом. Увеличьте размер и длительное существование отравляющего облачка. Облачко. Стрелы с кассетной бомбой. Улучшите разрывные стрелы, чтобы... Разрывные? У меня нет таких. Появится. Напалмовые стрелы. Улучшите огненные стрелы. А где огненные возьму? Лазанье по стрелам. Чтобы всадить стрелу для лазания в мягкую древесину, нажмите Y во время прыжка. Нужно улучшение широкая верхолазная стрела. У меня ее пока нет. Так, ну столько всего, слушайте. Просто капец. Давайте я интуицию вообще возьму. Не буду сейчас ничего боевое брать. Так. Что я хочу найти гробницы и побольше всего этого. Да, и конечно, у меня доступны улучшения. Для луков. Наконец-то. Следующее это оружейный, а потом тонкий. Так, вощеная тетива. Скорость натягивания. Специальный спуск, время удержания. Подогнанные плечи. Качаем. И скорость натягивания. Время удержания. В принципе, ладно, меня устраивает. На это у меня нифига нету. А что это нужно? Масло, что ли? Скорость стрельбы, уменьшение отдачи. Боезапас. Винтовка. Скорость стрельбы. Урон. Обернутый магазин. Специальная рукоять. Сбалансированная рукоятка увеличивает силу удара, так что после успешно выполненного приема броня врага повреждается. Офигенная вещь. Берем обязательно. Так, костюмов у меня новых нету. Так, наполовину вкачан. Оружейный инструмент. Специальная рукоятка позволяет быстро открывать неподдающиеся двери, замки и ящики. А, типа резко так, дыщ, и все. Не, я это качать не буду. Все. Ледоруб больше качать не надо. Так, теперь, значит, осталось оружие прокачать. Ну, то есть винтовки, пистолет. И, конечно, может, стоит все-таки вкачать это. Потому что я не знаю, когда следующий найду.
Так что да, я вкачаю. Так, 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 так. Тем более все это применяется ко всем лукам сразу, что очень круто. Больше стрел? Не, не хочу. Все, остается ждать новых навыков. Так, ну что ж, дорогие друзья, я думаю, встретимся мы уже в следующей части, пойдем изучать долину. Так что на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.